Stardust показывал вам уже, был на этом тоже поле, видео выкладывал, когда он был маленький. Stardust очень мало, я думал, ребята посадили гектар 20, всего гектар 7, и тоннаж будет не такой, как в том году. В том году, если взяли 30-35 тонн с гектара, в этом году, наверное, ну, тонн 25 желательно. Из-за чего? Из-за дождей, как и говорил, про Stardust про видео показывал. Вот такие вымывания много. Ну и вообще, если посмотреть на перо, то в принципе максимальный, самый большой лук, ну, будет, наверное, вот. Ну и плюс вот эта зелень, сухое вещество зелени, оно уйдет к луковице. Но он еще растет. Это я вам показываю самый крупный лук тут. Резать его смысла нету. Он одно, максимум двухзачатковый. Но, как и говорил раньше, сухого вещества в нем 22-24%. Он дает мощную зелень. Но ошибка прошлого года, ошибка вообще моя при консультациях была то, что сажать его можно сразу. Как я понял, по регионам лук очень сильно различается. Допустим, если брать лук в Москве, в Stardust, там в Подмосковье, да, где-то выращивают его, где его выращивают, то есть более в регионах средней полосы, если кто-то его выращивает, то его убирают в сентябре, а в это время там погода, то дожди, то есть у него появляются новые корни, и он не успевает засыпать. Его сразу сажают, поэтому он и прет раньше срока. Не раньше срока, то есть как будто у него нету периода покоя. Здесь он отлично дозаривается, лежит на солнце, дует ветер, дождей. Хоть и в этом году их летом было много, но ближе к осени, в том году я за 3 месяца ни одного дождя не видел. Поэтому он сильно засыпает, и рекомендация сажать его где-то минимум с начала ноября. Лук шикарный, конечно, но и сами знаете, ценник на него большой. Но для тех, кто ценит качество, для своих клиентов, ребята уже, кто брал Stardust, они в этом году заказывают его заранее. Но как заказывают? То есть, Денис, оставьте нам. Но пока еще цена его не определена на этот год. Но в любом случае дешевле, чем в том году, он не будет, так как тоннаж маленький, а желающих много. Так, ну что вам показать, рассказать. Зачатковость тут, ну, снимать, показывать смысла нету. Так что вот он, Stardust, пока в таком состоянии. Ну, отправки, отгрузки будут в начале сентября. Это я уже приеду, как разберемся со Штутгартом. Разберемся со Штутгартом и Саратова. Приеду отгружать сюда Stardust. Здесь объем небольшой, но я с радостью приеду к ребятам на поля, так как мне очень нравится Астраханская область, погода здесь осенью. Ну все, всем пока. Вопросы будут, пишите в комментарии, ставьте лайки, звоните, телефон мой знаете.